Здравствуйте, дорогие мои друзья и гости канала. Снимаю свой креветочник. Аквариум, акваэль, кубик на 30 литров. Здесь проживают креветки вишни, парочка омана и один малек пицилии из моего 100-литрового аквариума. Всех съели, а он как-то там остался в фильтре, выжил. Вот я его потом бросила в этот креветочник, но он растет. Какой-то точненький у меня, хотя кормлю вроде хорошо. Тут креветка омана плавает. Растения разрослись. Синема справа, ротала вот слева, перистолистник слева внизу, лимонник где-то сзади. Справа внизу росла криптокарина, я ее пересадила в 100-литровый аквариум. Лимонник отсюда тоже пересадила в 100-литровый. Ну, сзади еще лезет лимонник. Вон плавает малек пицилии красненький. И ветка омана плавает. Спасибо за просмотр. Всего вам самого доброго.